У футбольной Сибири новый главный тренер им стал Евгений Перевертайло. Контракт со специалистом подписан на 2 года. В прошлом сезоне Перевертайло возглавлял клуб Уфа, выступающий в премьер-лиге. Также специалист успел поработать в таких клубах футбольной национальной лиги, как Нижний Новгород, Тосно и Балтика. Находясь в руле калининградской команды, он был признан лучшим тренером ФНЛ сезона 2012-2013. Напомню, Сибирь досрочно расторгла контракт с Борисом Стукаловым, который работал с командой с мая прошлого года. Под его руководством «Орлы» завершили сезон на 11-м месте. Новый сезон Сибирь начнет 11 июля выездным матчем против «Спартака-2».